Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте попробуем продолжить. Каролина в клинике ада. Игра меня не впечатляет только одним, что здесь сложность очень высокая. А почему? А потому что меня это раздражает, эта сложность, по одной простой причине. Здесь камеры через задницу стоят. Здесь коридоры не просматриваются. Так, мне вот это надо ключ. Я посмотрел специально, где этот ключ лежит. Первый раз, когда я проходил, вы видели, наверное. Кто не смотрел, хочу повториться. Первый раз я собрал этот ключ. Блин, опять уже не помню. А, вниз по лестнице, да. Вниз по лестнице. Ага, вот сюда. Сюда, да, точно. Второй раз, когда меня убили, я второй раз пошел, уже забыл сюда зайти. И сюда не просто надо зайти, а включить обязательно зажигалку. Потому что так ничего не увидите. Вот это хренососень-то. Вот я еще помню, здесь вот читал, я это хотел время запомнить. Все. Переключаемся. Чё? Блядь. Переключился нахрен. Надо было выйти, блядь, переключиться. Конечно, меня такие игры раздражают, блядь. Именно она наказывает тем, что не видать противника. Ты противника не видишь. Жизни у тебя, блин, каплюха жизни. Я, по-моему, еще на легком играю. Насколько я помню. И записи нет. Почаще бы записываться. Даже этого здесь нет. Вот записи. Записи на вес золота. Ну вон девки нету даже. Попал куда-то. О, появился. Я не вижу, куда пулять ее. Главное, еще патроны пока есть. Но. Ну вот переключение оружия было бы одной кнопкой. Я не пойму, блядь. На джойстике до хрена пустых кнопок, блядь. Пустых. Вот две штуки наверху. Вообще пустые, да. Сделали то же самое, стрельбу. Зачем это сделали? Понять не могу. Ну, сделайте переключение оружия, блядь. Зачем вдохновляться до такой степени какую-то старую убогую игру, которая уже не котируется в наши времена? Ее и то переделали, блядь. И то переделали ее. Вот от этой камеры ушли, блядь. Ну, более-менее, по крайней мере, там... Лучше виды сделали. Может, мне просто кажется. Домеренной жопы всяких коридоров. Вот так. Почему бы не стрелять противника вот так вот? Или коридор не указывать как надо? Крест какой-то святой. Да? Вот она и не стала популярной только вот из-за этого, что стрельба тут через задницу сделана. Отвратительно сделана стрельба, и ни черта не видать. Нахрен мне этот резик, блядь, первый. Да? Так, что я тут мечусь-то, я не пойму. Так, давайте все, я уже здесь посмотрел. Вот отсюда я пришел, да? Второй этаж, что ли, идти? Вот сюда мы ходили. Да, вот здесь я все облазил, да? Давайте на второй сход. Что нам надо сделать-то вообще? В библиотеку там надо попасть какую-то. А, под лестницу я вон туда не ходил, смотрите. Сдохнет сейчас, ёпты, сдохнет сейчас.
Мерзавка. Она еще дохнет в темных местах. Вот в чем, блядь. Хардкор, блядь. Хардкор сделали. Вы че, ребята, блядь? С таким управлением. Управление к заднице легче, блядь, приделать, ну. Внизу все закрыто, черт твою мать. Привет, принцесса. Все. Опа, выходим. Здесь, блядь, даже перекрыли. Вот, блядь. Могли бы и не перекрывать ход-то. Только по этой лестнице. Я играю до следующей записи. Вот. Вот запись я следующую увижу, мне бы станет легче. Что это там такое? Вот это что за дверь? Ну все, куекакер, вот где-то он ползет там, блядь. А, во, блядь, наконец-то, блядь. Нахрен, блядь, будем стрелять его. Подождите-ка, блядь, колотушка у нас есть. Сдох, что ли, блядь? Ну и чего, я один выстрел сэкономил? Порезали, блядь. Эх ты, блядь! Вы видите, подлость какая-то, блядь. Он не сдох сразу, сучёныш, блядь. Опять я сюда встал сейчас, блядь, опять не увижу никого. Да. А он где-то юзает там, юзает, блядь, этот мерзавец. Почему же, заорал, что ли? Вот так вот профессионал-то играет. Я когда смотрел эту гайку, искал там мальчишки, посмотрел, он перезаряжался, это заходил в меню, там перезаряжался. До него не дошло, блядь, как перезаряжаться. Кстати, я первый раз тоже, я просто случайно как-то у меня получилось. На кухне пожрем сейчас что-нибудь, ребят. Жрать не хотите? Оружие ужин. Да, повесь замок туда. Почему не подходит-то, бля? Вот как раз это говно подходит, блядь. И это говнище, блядь, подходит. А у вас тут ничего не подходит. Зачем такие темы делать, если тупость зашкаливает? Я уж поняла. Вернее, поняли мы. Кого-то сожрали, блядь. Завтра. Я вам... Фу, блядь. Представьте, какая там вонища. Все, крокодил опять тут ползет. Сколько у тебя, блядь, гасить-то, блядь? Гаси... Что, сука, за черт-то, блядь? Я думал, а сейчас сдохнет, все. Уже все, думаю, на. Сейчас задвинет он ее, на. Блять, у меня 29 штук, на. Блять, дайте запись-то.
черти вы, блядь, вонючие, ну. Блядь, на картах интересно отображается. Это как вообще карту открыть? Я что-то помню, какая-то вроде кнопка должна быть, ага. Вообще карта-то, блядь, кверху жопой, как ее. Это я понял, как перевернуть вашу дрянь, блядь. Ребятки, блядь. Чтоб она ровно была. Зачем это сделали, блядь? Круговерть вот эту, на. Че это такое, вы? Вот это что это за дресня нарисован? Член какой-то. С яйцами. Блядь, дайте... Жизнь-то, блядь, ну чё это? Это сейчас я продрочу здесь час игры, блядь, и сдохну, да. Не дал развить. Мозги было на этих раз есть. Так, давай-ка включай тут свою трещагу, блядь. Смотри, чё-то. Игрушка-то отличная, но слишком сложно. Для меня вообще слишком сложно. Вся сложность только в записи. То есть почаще надо, блядь, этих записей делать. Чтоб люди, блядь, не бросали эту хрену. Хренотень, блядь. Вот на карте отображается сейчас вот этот аккумулятор, блядь, вонючий. Ну. Я с ума сойду, блядь, искать эту тресню. Где я вообще, блядь? Да, блин. А, что ли я? Или чего, блин? Я через два дня, если буду заливать, так я все забуду уже, где что тут было. Куда ты... Господи, блядь, меня напугала она, эта кобыла, да. Дверь, вернее, эта вонючая. Какого-то хорька, когда я его убил, черт его. А, кухня вот эта. Ну ладно, кухня, черт с ней. Где я вообще оказался? Где это такое вообще место? Ага, вот этот зал. Где эти плитки-то? Надо тут же пошарить. Блин, она у меня ходит зажигалка, ребята. Говном с этим ходит. Камера уехала, вы видели как? Что это за камеры тут такие, блядь, а? Смотрите, в задницу ей заехала. Чё тут с камерой творится, блядь? Оценка 2, блядь, за камеры за эти. Обстановка, все очень интересно, все. Загадки вроде пока все неплохо, да. Но камера это просто высер. Нельзя так вдохновляться игрой, блядь, чтобы сделать, блядь, вставать на те же грабли. Ну. Там не особо, блядь, было приятно. Ну там стрельба была получше. В резике-то, блядь, в первом поинтереснее стрельба была. Я помню, там коридоры были. Да, там углы были иногда за углы. Но стрелять там было удобнее. Здесь и стрелять-то я какахи валю, блядь, со стрельбой с этой. Куда показывать? Что-то моргает, надо обязательно. Вот и лазить тут, блядь, как канаёвищик там. Чё тут светится такое? А, смотрите, тележка вонючая. Мешается. Как её убрать? Задвинулся, да, блядь, нормально.
Может залезть на нее, блядь? Ни хрена на нее хватает. Может ее просто... Нет, она никуда не двигается. Все, я тут облазил. Нет ли, блядь? Каждый раз ее надо поправлять карту. Каждый раз это говно нужно поправлять. Где я нахожусь? Я не могу понять. Так, что там у меня? Где там? Холл, так, холл, понятно. Что там такое вот человек вверх вниз? Что это такое за человек вверх вниз? Она, блядь, сильнее пугает, чем эти собаки, блядь. Ну вот здесь вот меня показывают красные, блядь. А? Красные не меня разве показывают, блядь? Обезьянка какая-то тут. Кстати, такой ключ еще один, да, был там где-то, блядь? Все, ладно, давайте на второй этаж пойдем. Что тут тянуть, да? Нам надо тянуть до жизни. До жизни-то тянуть. Я немножко добавил такого это мрачного цвета. Вообще отлично выглядит. А то она какая-то зеленовато выглядит, сама игра. А это вот самый тур. Вот эти надписи потом пропадали, если это не нужно. Я сразу слушаю, мерзавец там не ездит, блядь. Музыка не играет, значит, тут ни черта нет. Да причем здесь запись? Сначала давали это, жизнеобеспечение, блядь, лечилки. Сейчас никаких лечилок ничего не дают. Вон, сожги все нахер. Кассету надо, кассету. Что в этой комнате? Ничего нет? Сойдешь тут, блядь, столько этих карт, но и ни черта ничего не поймешь. Вон, смотрите, смотрите, он махалкой, блядь. Как к нему без света подойти? Без света она заглючит ее. Чего у меня там? Нет ничего. Пузырек какой-то стоит. О, ширнуться надо. Че, ширяться, что ли? Блять, я боюсь туда идти. Ёпту мать. Блин, а? Как вот пробежать-то сейчас? Я черт ее знает, блядь. Опасное дело, ребята. Она полудохла. Я сейчас жизнь возьму, и они мне сразу ее зарубят на эту жизнь, блядь. Если я вообще смогу выжить. После этих ударов в башке, блядь. Вот здесь я... Вот. О, пузырек. Че, теперь можешь ширнуть, наверное, одну, да? Химку, блядь. Опа! Мам, не горюй. Так, давайте вот в то крыло. Вы смотрите, вот человек, вот, любой человек, который сел играть. Сколько вот я же здесь шарохаюсь. Двоих чертей убил. Никакой намека нет на запись. Но. Здесь вообще закрыто. Даже вообще признаков нет, что здесь когда-то что-то откроется.
Ну чё, я не знаю, что делать, блин. Где я еще не был? Я и предметы никакие не собрал. Какой-то шар бильярдный взял, блядь. И где он вообще, этот шар? Да? А, вот он, рука у тебя. Это ручка, блядь, да? От двери, что ли? Железный вот он стучит так, бум-бум, блядь, по двери. Давайте попробуем пройти мимо этих чурбанов. С мечами. Я больше не знаю, что тут делать. Внизу я там вроде все пропрыгал, блядь, а там... Крокодил сейчас приедет, блять, вот он нахуй, ёпт, крокодил-то этот, блядь, вы видели? Блять, с этими камерами вообще. Вот я там заливал игрушку, это, Алиша в гостях у дьявола, там самая популярная, она, видать, попал куда надо, блядь. Здесь останавливаться, наверное, просто нельзя. И здесь, смотрите, этот чугрей, блядь. Так, здесь карту нужно, да? Давайте попробуем завалить вот этого черта, блядь. Как его только завалить, я не знаю. Но. Попробуйте. Стрельнуть сначала, да? А потом есть что палкой, блядь. Может, палкой его, блядь? Издануть. Потички его, блядь, глупый суп. Он, видите, не убивается, блядь. Пойдем, блядь, вот сейчас встанет опять, ведь, блядь. Чувствует мое сердце, это же мерзость, блядь. Поднимется, нахуй, сейчас. А, вот колотушка-то. Слава тебе, Господи, значит, правильно мы идем. Господи ты, боже мой. Ну. Морзянку, блядь. Не понял я. Биение сердца, блядь. Ставил. Скоты, блядь. Откройте тварюги, блядь. Не ожил он, блядь, еще. Пойдемте того также заделаем, да? Чисто, блядь, по-мужски, наверное. Нет, по-женски, наверное. Тишка, блядь. Блять, тварь, блять, ебучая, блять, не может включить она ни хрена, это мерзавка, блять. Вы видите, что творится, блять? Она не может включить без свечки своей этой вонючей. Зачем вот это затемнение сделали? Это вообще лишнее в этой игре, лишнее, блять. Что-то свое хотели изобрести, блять. Это глупость. Блять, мужик, тебе не повезло тут, блядь, с дрочилами-то ты, блядь. На всякий случай. Вон музыка заиграла, блядь. Да что толку мне ваша музыка, блядь? Вы ни одной пленки не дали, блядь. Мерзавцы, блядь. Ага, может быть, вот эту хрень применить к той двери, блядь, которую мы... Что ты, блин, гвоздодер вонючий? Да мне две надо, хер вы одну даете, одну влупить, другую держать при себе. Надо записываться,
в этих стримах один раз при записи. Надеюсь, вы успеваете читать. Я не стараюсь быстро. Пять какая-то. Все, идем попробуем послушать там это. Смотрите, он так и дергается. Зайца. Блин, они когда-нибудь мне тут отвесят, мне кажется. У меня такое впечатление. Или эти хорьки оживут, блин. Так, где же я могу это говно-то применить, а? Кислота вот эта тоже. Где я могу ее использовать? Здесь карта нужна, да? А это что за дверь? Блять, опять сейчас заглючит ее. Твою мать, а? Аппарат. Здесь тоже я ничего применить не смогу, да? Все, господа, здесь мы все сделали. На первом этаже надо шустрить. Она же еще и назад ходит. Назад надо будет ходить ей. Тут здание-то, блядь, глаза вытращишь. Да. Что у нас есть? Вон? Какая-то кислота. Металл разъедать. Где вот это говно? Применить. Я вот даже сейчас и не вспомню с кондачка, как говорится. Так, эта дверь, все, я вспомнил, что это за дверь. Так, здесь я отсюда вышел. Это сюда и металл разъедает, а нет, хер. Отоскоп-то, наверное. Стетоскоп-то нахрен не нужен. Вот эти вот, ну раз посмотрели, и все, уберите ее вообще. Не знаю, что она, зачем это. Здесь что у нас? У меня уже пушка расплавилась, блядь, лазить везде, на по этим коридорам, блядь, черт знает, где я шарохаюсь, на. Куда я хожу, чего, блядь? Подсобка, а, ну вот, а сюда аккумулятор нужен. Разве вот найдешь сейчас это? Где это место? Ой. Вот я нахожусь в этом помещении, которое мигает, да, так я понял, что...
просто человечек был бы, показывали бы человечка и все. Блять, здесь надо жить, чтобы знать вообще где чего. Чтобы разобраться в этом говно, говне, блядь. Я вот сейчас не знаю, как в зал туда вообще выйти, но... Здесь она была? Нет. Черт ее знает. Вон гонщик, блядь, прется. А как я сейчас? Я его сейчас выключу? Вон он, гонщик, блядь. Как без света-то здесь шарохаться-то, блядь? Блин, может, статую надо было применить там, раздолбить там. Котировкой. Что делать с этим гонщиком-то? О, смотрите-ка, блин. Дробовик, это когда-нибудь. Оба, запись, ребята. Пленочку, пленочку. Ну, рано еще записываться. Надо записываться, когда... Так, я сейчас попробую взять... Ну, как я сейчас начну стрелять и чего? Куда я стрелять не буду? Она сейчас замигает у нее все перед глазами. Ну, я же сказал. Огончик этот не даст сейчас нигде, блядь, пройти. Давайте тогда по кукушкам ему стрелять. Где этот кое-какер-то, блядь? Где-то забуксовал там, блядь, этот мерзавец. Блять, убежать надо, не бегать-то не может, нихуя, это кобыла, блять, бестолковая, да. Все? Ну ладно, все, нахуй. Достаточно одной таблетки, показывайте ее, это, блядь, по-моему, нет смысла, бессмысленно заливать ее. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.